Когда-то он раз и навсегда решил, что цирк станет делом всей его жизни и ни разу не изменил себе. Сначала успешная артистическая карьера. Сегодня он известный продюсер, художественный руководитель и очень преданный цирку человек. Все программы Гии Эрадзе и, в частности, проекты с компанией «Росгосцирк» – это настоящая феерия красок и блеска, огромного мастерства и трюков на грани человеческих возможностей. Синтез театра и цирка, и вот эта стилистика вообще целиком сегодня почерк Гии Эрадзе, он был, наверное, нужен публике. Почему, наверное? Потому что это был удачный проект, придуманный моим продюсером Геннадием Григорьевичем Груденко и мной, и моей команде. Небольшой в то время. 5 континентов, тогда это был маленький отдельный аттракцион. Потом мы сделали отделение, потом мы создали программу и целый большой проект. И потом мы уже начали создавать новые коллективы. А Королевский цирк, именно вот сам Королевский цирк, это была моя идея. Давно она у меня зрела в голове, потому что в этом шоу можно было использовать вот то, что мне близко по душе. Вот эти узоры королевские, вензеля, люстры, канделябры, вот эти дворцовые забавы, вот эта вся эстетика такого цирка, фэшн-цирка, а-ля Мулен Руж Лидо в цирке, вот это и есть Гии Эрадзе в цирке, понимаете? С профессиональными цирковыми номерами, суперсложными трюками, феноменальными трюками, с номерами, которые сегодня завоевывают высшие медали, и не только сегодня, уже много лет. На всех мировых фестивалях, когда мы куда-то приезжаем, у нас все высшие награды. Какие можно вообще собрать на всех фестивалях мира, мы были. Практически на всех. Но главным для него был и остается зритель, с которым он всегда беспредельно честен. Это нравится зрителю. Зрителя не обманешь. Зрителя не заставишь прийти и купить билет на твое шоу. Я никогда публику не обманывал. Никогда. Если я что-то обещал, если я что-то рекламировал, я это привозил. И всегда это было на манеже. Это и профессионально, это красиво. И зритель ждет. Я очень много городов знаю, куда мы периодическим успехом приезжаем, в Ярославль в том числе, когда зритель ждет. И мне это очень приятно, правда. Я понимаю, что я не просто так живу. Что я нужен зрителю, нашей стране, цирковому миру, понимаете? Потому что цирк – это моя жизнь. Вот сейчас убери меня, вот забери меня с цирка или оторви с меня цирк. И все, на этом моя жизнь закончится. Я не буду без цирка вообще существовать, потому что я этому посвятил всю свою жизнь. И посвящаю, и живу. И я 24 часа здесь, и я утром просыпаюсь с мыслями что-то о цирке, с какими-то проблемами, вопросами. И я это в течение дня решаю. И ночью я просыпаюсь от переизбытка информации, потому что у меня 4 коллектива, 500 артистов. Это плюс руководство компании, с которым мне нужно быть постоянно на связи. Это плюс артистический состав. Это совершенно другой мир, который знаю я, потому что я сам был 25 лет артистом. Поэтому, но я это сам выбрал. Это мой осознанный выбор. Мой путь всегда 100. Всегда 100. Это моя норма. Когда меня кардиолог посмотрел, известный Лео Букерьев, кстати, наш грузин, у меня с ним прекрасные отношения. И зная меня, мой характер, темперамент, для меня это нормально, понимаете? У меня нет тахикардии, просто я такой. Понимаете, вот я сейчас с вами общаюсь, а мне я уже одной ногой там на репетиции, потому что у меня через там 15 минут начало репетиции. Я бегом сейчас на ту репетицию, а потом я бегом там в костюмерный цех, там мне привезли новые костюмы, мне надо срочно проверить, пришили эти камушки, того цвета эти камушки или нет, понимаете. А вечером у меня другая репетиция, а в ночь я уезжаю в Тулу к 5 континентам, потому что у меня завтра такая же пресс-конференция там. Вот так моя жизнь создана, и я счастлив. Но именно это состояние, настрой, назовите как хотите, не дает успокоиться на достигнутом. Так появляются номера, аналогов которым в мире практически нет. Синтез театра и цирка – это нелегко режиссеру создать. Но произведение Толстого вообще сложно в цирке изобразить в воздухе. Это же жанр, если по цирковому языку, это обыкновенный жанр, воздушные гимнасты на ремнях. Но я не хотел делать просто банальный номер «воздушные гимнасты на ремнях», как у всех, как всегда и как везде. Я хотел сделать какую-то новую историю. И с моей прекрасной командой режиссеров-постановщиков, балетмейстеров, композиторов-художников, я уже сказал, один в поле не воин. Я никогда не говорю «я сделал, я создал». Нет, я ничего один не сделал. Я и моя команда, мы сделали, мы создали.
Вот родилась такая идея, Анна Каренина. Так, потом родился стол, потом придумали стулья. Воздушные гимнасты работают без страховки, а внизу даже не манеж, не маты, а просто деревянный стол. Это очень опасно. И она без страховки, 15 метров высоты. И есть драматургия, это образ. Она, весь номер работает в шляпе с вуалью. Такие номера вообще в шляпе не работают. А мы репетировали, Лена плакала, она мучилась, она сняла эту шляпу, говорит, не могу я больше в этой шляпе, и она плачет, говорит, все, не могу в этой шляпе, говорит, надо, пробуй, и мы уговариваем, и мы нашли образ, как закрепить эту шляпу, чтобы она не упала во время полета и так далее. То есть там же первую комбинацию вообще мы настояли с балетмейстером, чтобы она работала в платье в большом. Когда мы выпустили этот номер, я смотрел премьеру, потом, я вижу, зритель плачет, люди плачут, то есть слеза течет, это так трогательно, это так красиво, и это правда уникальный номер. Люда, моя партнерша Суркова, о которой я очень много рассказывал, она же работает те трюки, которые никто вообще никогда не делал. 4 тумбы будут стоять в манеже, на них будут 4 тигра, сидеть ауф, это когда тигры садятся с поднятыми лапками, вращаться будет тумба, с нее будут литься фонтаны, в фонтанах будет сидеть тигр, который сидит на задних лапках, это очень сложно сделать. И в это время поедет весь манеж. Это год мы делали. Потому что нужно было сначала нужно было тигренка приучить просто сидеть на тумбочке. Потом просто не бояться брызгов воды, которые оттуда идут. Потом его нужно было научить сесть вот так, на ауф. Потом нужно было научить его вот так медленно вращать, потому что каждый шорох тумбы она боялась, это тигрица или тигр. И медленно-медленно животные к этому привыкали. А потом еще нужно было, когда они вчетвером это сделали, этот элемент, соединить их вместе, а потом еще закрутить весь манеж. У меня такая идея возникла, понимаете? И мы это сделали. Ничего невозможного нет. Главное – желание. Желание, стремление, цель и идти к своей цели.